По совету одного очень хорошего человека я решила завести этот видеодневник. Я думаю, что в будущем мне будет интересно его пересматривать. Последний год для меня он был каким-то странным и очень динамичным. Моя жизнь перевернулась с ног на голову. Действительно, человеку очень часто нужна какая-то встряска, нужны какие-то события. То есть жизнь, она по-другому не может человеку показать, что что-то в его жизни происходит не так. Жизнь обычно показывает это через какие-то события, и в моей жизни произошло такое событие, которая перевернула всю мою жизнь. Я благодарна Богу, я благодарна судьбе за все то, что произошло, за все то, что происходит. Я чувствую, что я живу. Я именно там, где я должна быть, что я именно делаю то, что я должна делать. И это чувство, оно непередаваемое. Это то, что я не испытывала никогда до этого. И сегодня я поняла, что чем больше я иду за своими ощущениями, за своей интуицией, тем больше событий мне подкидывает жизнь. Эти события, они просто вот случаются, как будто бы они действительно, они должны были случиться. Я примерно год назад задумалась о том, чтобы принять участие в фитнес-бикини, и как раз в тот момент я только-только познакомилась с каналом Егора на YouTube. Я видела, как он тренирует Таню для соревнований. И я всегда смотрела на это и думала: боже мой, как я хочу это сделать! Я так хочу, это так красиво, это в самом деле красиво. Это шикарно, это огромный опыт, это огромный шаг, это огромная работа над собой. И я хотела это сделать, и я начала подготовку к соревнованиям. Наверное, я еще, наверное, не могу привыкнуть. Я еще, наверное, не совсем осознаю, что я это делаю, но я уже это делаю. Я начала следить за своим питанием. Мы с Егором обговорили план тренировок. Я тренируюсь. Я, конечно, знаю, что это будет тяжело. Прежде всего, не физически. Это будет тяжело ментально. Это будет огромная работа, которую я хочу проделать. Разговаривала с Егором на тему фитнес-бикини, я поделилась с ним какими-то своими страхами по поводу своей внешности, и он сказал, что я молодец, он меня поддержал. Я это сделаю. Не могу до сих пор смириться с мыслью о том, что я готовлюсь к чему-то. Мне кажется, это как-то вот должно быть по-другому. Может быть, что-то серьезнее должно быть, но пока я не заметила никаких особо ущемлений себя в чем-то. Не пью алкоголь, я не ем ничего сладкого, и меня абсолютно не тянет, что самое интересное. Питаюсь я по расписанию, то есть через каждые там 3-4 часа я кушаю, и, соответственно, голодной я никогда почти не бываю. Подходит к концу вторая неделя моей подготовки к соревнованиям. Пока я чувствую себя замечательно, все лучше и лучше, я бы даже сказала. Я очень рада, что я решила принять участие. У меня есть личные цели. В принципе, вся цель сводится к тому, что я это делаю для себя, прежде всего для повышения своей самооценки и для того, чтобы, наверное, что-то себе доказать. И маленький вывод, который я успела сделать, это нужно всегда стремиться к лучшему и сравнивать себя только с самой собой. В наш, конечно, век социальных сетей, Инстаграма особенно, это очень тяжело, когда перед глазами какая-то красивая девочка-фитоняшка, у которой идеальная жизнь, которая путешествует, которая выглядит идеально. Очень тяжело не зацикливаться на этом, очень тяжело остановиться и не сравнивать себя с кем-то другим, потому что я — это я, вы — это вы. Нужно только оглядываться на себя. И хочу еще заметить, что я в последнее время люблю это делать, и особенно когда я просматриваю свои старые фотографии, и я вижу, какая разница
там даже 5-6-летней давности, я вижу, что 5-6 лет назад, когда, в принципе, я была моложе, я была в таком хорошем молодом возрасте, да, когда мне было там 25-26 лет, я выглядела хуже, чем я выгляжу сейчас, когда мне почти 32. Таким образом, когда сравниваешь, и это дает определенное понимание, куда я двигаюсь. Сегодня у меня был первый урок по позированию. Я нашла девочку, которая очень много участвовала в соревнованиях в России, в Америке, и я считаю, что первый урок прошел очень даже ничего. Как оказалось, позирование — это не так просто, как кажется на первый взгляд. Нужно очень много практиковаться, нужно доводить это все до автоматизма. Интересная вещь, которую я подметила по поводу соревнований в категории фитнес-бикини, это то, что бикини — это баланс красоты, там важны даже не настолько мышцы, насколько сама презентация себя. В принципе, в этой категории можно сыграть на каких-то своих сильных сторонах. Вообще все вот эти соревнования, вся подготовка для меня это даже не спортзал, это не упражнений, это не диета. Для меня подготовка к этим соревнованиям — это огромная внутренняя работа, которая проводится регулярно, и фитнес-бикини — это огромный путь к себе, к своей уверенности, к своей самооценке. Я уже вижу первые результаты. Я вижу, что у меня жир начал потихоньку уходить с области живота. Я очень довольна тем, что в последнее время мне не нужно много заморачиваться по поводу готовки еды. Я питаюсь салатами и куриной грудкой. И пока мне это не надоедает, я уже, в принципе, так питалась достаточно давно, еще до того, как решила готовиться к соревнованиям. Приемы пищи — это практически салат, и обычно я туда добавляю либо яйца, либо какой-то протеин, может быть, рыбу сверху кладу. 5 минут, и моя еда готова. До соревнований осталось ровно 36 дней. Чем ближе этот день, тем, конечно же, у меня появляется больше волнения, но в то же самое время у меня появляется больше радости, больше адреналина, больше азарта. Мне хочется поскорее все это на себе испытать, попробовать. Я просто жду не дождусь этого дня. И в принципе у меня уже все готово. Купальник мой сшит, он идет по почте. Мне его уже отправили. Я думаю, что я получу его дня через 2-3. И мне осталось забронировать гостиницу в Орландо, потому что соревнования проходят в Орландо. На самом деле я не еду во Флориду отдыхать. Я еду заранее, чтобы немножко подготовиться. Я думаю, это больше, наверное, будет какая-то моральная подготовка. И еще раз, может быть, прогнать с Егором какие-то упражнения, позирование обязательно. Я, конечно же, позирование отрабатываю, и Юля, которая помогает мне с позированием, она очень хорошо мне объясняет какие-то моменты. В интернете и просто на сайтах и на YouTube очень много информации о том, что фитнес-бикини — это такая категория, где нет никакого
определенного критерия, где все очень и очень субъективно. Я познакомилась с одной девочкой, которая выступала всего один раз. Когда я ее спросила, почему она больше не выступает, она сказала, что один из судей сказал ей о том, что у нее слишком широкие плечи, и ей нужно перестать над ними работать, и нужно работать над нижней частью тела, в то время как другой судья сказал ей абсолютно противоположную вещь. Она сказала, ну что я могу сделать, где вообще правильный ответ, и где вот это объективное мнение. Я не знаю, что будет на моем опыте, я не знаю, как все это будет, но мне кажется почему-то, что мне понравится. Один важный жизненный принцип, который я еще для себя усвоила, это то, что не стоит никаких ожиданий строить, не стоит представлять себе что-то, что будет именно так и никак иначе, потому что 99,9% что ожидания никогда не оправдаются. И, как правило, когда ожидания не оправдываются, человек всегда чувствует себя разочарованным, и это может в дальнейшем очень сильно сказаться на каких-то планах, на каких-то целях, на самооценке, в принципе. Мне кажется, не стоит ничего ожидать, нужно просто идти и делать. И опять-таки, на соревнования можно смотреть под различным углом. Можно сказать, боже мой, я столько денег уже потратила, на эти деньги я могла бы спокойно съездить на какие-то острова и в какой-нибудь пятизвездочный отель и отдохнуть просто как королева. Но можно и посмотреть на это с другой стороны, можно сказать, хорошо, я эти деньги инвестировала в себя. Прежде всего, я инвестировала их в свое тело, в свое какое-то мироощущение. У меня абсолютно меняется мировосприятие, в том числе восприятие себя и восприятие окружающей действительности. И мне кажется, эти все процессы взаимосвязаны очень сильно, когда меняется тело, меняется и внутреннее состояние человека. Я думаю, что будет интересно в конце соревнований подсчитать, в какую сумму мне это все обошлось. Ну, в принципе, я уже примерно представляю, какая сумма исчезла с моего банковского аккаунта, но сказать, что я была к этому не готова, нет. Я знала, что это дорого, тем более в Америке. Это не 100, не 200 долларов далеко. И я знала, что это дорого, я знала, что это очень энергозатратно, я знала, что это тяжело. И это тяжело. Но, опять-таки, возвращаясь к тому, что лучшие инвестиции, которые вы когда-либо можете сделать, это инвестиции в себя, то, если исходить из этого, все классно. Продолжаем двигаться дальше, продолжаем тренироваться и посмотрим, что из этого выйдет. Мне кажется, что диета очень сильно сказывается на в моем ощущении себя, на моей энергии, потому что энергии у меня просто ноль. Я не могу себя заставить вообще сконцентрироваться ни на чем. Я работаю очень с большим количеством информации, и когда я прихожу на работу, у меня просто голова пустая. Я не могу долго сидеть, мне хочется спать постоянно. И я не могу заставить себя концентрироваться. Когда я прихожу в спортзал, вроде бы все нормально, но чтобы именно заставить себя пойти в спортзал, это тоже многого стоит. Еще меня мотивирует мой очень вкусный протеиновый шейк с бананом, с протеином. А также я добавляю туда корицу и добавляю цветочную пыльцу. И получается такая вкуснятина, о которой можно только мечтать, особенно когда ты сидишь на низкоуглеводной диете. Мне только что пришло уведомление, что доставили мой купальник. Пошла забирать.
только что померила свой купальник. Эмоции просто зашкаливают, просто. Это самая красивая вещь, которую я когда-либо одевала. Я просто поверить не могу, насколько вообще все поменялось, насколько я стала другая, насколько мое тело поменялось и как все это красиво выглядит. Это просто шикарно. Это просто. Мне иногда кажется, что я нахожусь в какой-то параллельной реальности, как будто я не здесь, я не понимаю, где я, что со мной происходит и зачем я вообще здесь. И мне очень сложно объяснить другим людям, что со мной происходит. Тяжело стало совершать какие-то лишние телодвижения. Элементарный пример, когда я еду на работу, я езжу на метро. Обычно по эскалатору поднималась либо спускалась, то есть я никогда не ждала эскалатор. Сейчас я встаю на ступеньку и жду, пока меня эскалатор поднимет наверх. Боже, о чем я говорю? Мне кажется, по моим видео очень легко отследить, насколько сильно у меня меняется настроение, начиная от какой-то супер эйфории, заканчивая депрессией, когда просто не хочется ничего делать и просто не понимаешь, зачем это все нужно. Как сегодня, например. Я вообще не нытик, ну или стараюсь быть не нытиком, но бывают такие моменты тяжелые, когда просто накрывает и хочется какой-то поддержки, хочется, чтобы был какой-то человек рядом, который поддерживал бы и помогал, и понимал. Вот у меня просто такое ощущение складывается, что вокруг меня никто не понимает, потому что в основном люди, которые, ну, которым я говорю о том, что вот так вот над собой издеваюсь, они мне... Первый вопрос, который они мне задают, это ну, зачем, почему, для чего? Обычно люди, которые не разделяют какие-то твои взгляды, либо ведут совершенно другой образ жизни, они не всегда понимают твои мотивы, ты не понимаешь их мотивы. На самом деле, людей, которые ходят в спортзал постоянно, регулярно, не нарушая свой режим, там, не пропуская тренировки в пользу, например, похода в ресторан или похода в клуб, или придерживаться диеты. Но таких людей на самом-то деле не очень много. Я знаю, многие люди ходят в спортзал только для того, чтобы потом иметь возможность вкусно покушать и не потолстеть. Но я понимаю, что у каждого свои мотивы, свои цели и... Это дело каждого. В апреле, когда я поеду во Флориду, будет ровно год, как я занимаюсь в спортзале. И я могу сказать, что то, что я делала до недавнего момента, это были не тренировки. Точнее, это были тренировки, да, я точно так же приседала, я точно так же делала становые тяги, я занималась под руководством Егора, и, в принципе, я видела прогресс, но я не убивала себя в спортзале так, как я убиваю себя сейчас. Сейчас я действительно выкладываюсь на 1000%. С каждым днем, когда я понимаю, что этот день все ближе и ближе, день выхода на сцену, когда мне нужно будет выйти в этом мизерном купальнике на сцену, в этих трусиках, которые практически стринги, хочется быть красивой, хочется быть лучше всех, и, конечно же, хочется верить, что что-то я выиграю, но на самом деле я стараюсь об этом не думать, потому что изначально у меня были немножко другие цели, я шла на этот шаг не для выигрыша.
на выходных мне делать абсолютно ничего не хочется. Все, что я хочу делать, это есть и спать. Тренер сказал, что я превращаюсь в качка. Интересно, когда это закончится? Очень тяжело отвлечь свою голову от мыслей о еде, особенно когда сидишь дома. Сегодня, например, я сидела дома целый день, и за весь день я поела, наверное, раз 5 или 6, и я все равно не могла наесться. В последнее время я заметила, что даже когда я ем, то я не наедаюсь, у меня желудок полный, но у меня нету чувства насыщения, потому что все, что я ем, это курица, рыба, это салаты. В американской рекламе очень много красивых картинок еды, вот эти все жареные бургеры, какие-то котлеты, все это поливается соусом, и в рекламе всегда это очень красиво показано. И я помню, я всегда с большим равнодушием смотрела на эту рекламу, меня она никогда не задевала, никогда не трогала, я думала, боже мой, какая вредная еда. Сейчас мне нравится смотреть на эту еду, и я получаю прямо эстетическое удовольствие. И когда я смотрю эту рекламу, я думаю, боже мой, как это красиво. И еще я стала очень сильно восприимчивой к запахам. Точно так же, если где-то на улице или я мимо прохожу какого-нибудь Макдональдса или кофейни, и пахнет едой, пахнет вот эти вот все запахи есть, я понимаю, что я могу там просто стоять, нюхать, и мне вот даже от этого уже на душе будет становиться легче. Жизнь без углеводов — это просто какой-то ночной кошмар. Это просто, наверное, словами не передать, как это тяжело, когда ты сидишь на работе и не понимаешь вообще, что происходит, ты не можешь сконцентрироваться, у тебя мало энергии, ты постоянно хочешь спать, ты постоянно хочешь есть. Углеводы, конечно, помогают очень хорошо в жизни. Еще хотела затронуть такую тему, это стереотипы и мотивация. Я не знаю почему, но при слове «мышцы» у, наверное, 99% девушек возникает ассоциация с Арнольдом Шварценеггером или с каким-то другим огроменным мужиком. Все сразу начинают говорить «фу-фу-фу, это некрасиво, это не женственно». Я сама была точно такая же. Я не понимаю, откуда это вообще берется и почему. Кто сказал, что с гантелями занятие — это не женственно? Все мы уже знаем, уже давно известно, что с возрастом, если не тренировать мышцы, то мышцы уходят. Наш организм, он так устроен, что он разрушает мышцы, потому что мышцы требуют намного больше питания, намного больше энергетических затрат, и организм пытается от них избавиться и заменить это все жиром. И если до 30 лет все люди красивые за счет молодости, за счет энергии, то после 30 нужно прилагать уже усилия, чтобы это не потерять, чтобы это не ушло. Еще один интересный момент по поводу стереотипов. Если есть какой-то стереотип в голове, например, то, что силовые тренировки приводят к тому, что девушка становится похожей на мужика. Хорошо, но почему бы тогда не пойти в спортзал и самой не проверить? Я завтра улетаю во Флориду, через неделю у меня соревнования. Я счастлива, потому что я знаю, что оттуда я вернусь новым человеком, я вернусь другим человеком, потому что у меня уже будет опыт, которого у меня не было никогда. Да, возможно, опыт будет негативный, но это будет мой опыт, и я уже буду знать на будущее, что да, я больше не буду этого делать. Но мне кажется, пробовать всегда нужно обязательно и не слушать никого. И еще по поводу мотивации. Всегда вопросы, где взять мотивацию, чтобы похудеть? Или где взять мотивацию, чтобы ходить в спортзал?
Я сейчас скажу такую мысль. Эта мысль не моя, я прочитала ее в книге. Мысль эта звучит так. Нет более мотивированного человека, чем тот, который хочет в туалет. И как бы глупо это ни звучало, но это правда. Когда вы встаете в 3 часа ночи, потому что хотите курить, идете по морозу в ближайший ларек, покупаете сигареты, потому что вы хотите. И вопрос возникновения мотивации в принципе не стоит. И почему тогда так сложно точно так же взять и пойти в спортзал? Мне кажется, что само по себе слово «мотивация» — это то, что нужно искать в себе, сесть и подумать, что хочется вообще получить от жизни. Когда вы уже понимаете, что вы хотите просто пойти это и сделать. Вот и все. Буду на пляже, поеду, и сегодня в 5 вечера у меня тренировка с Егором. Вообще, вот так совмещать тренировки, подготовку к соревнованиям и отдых, это очень, мне кажется, полезно и хорошо. А еда, которую мне привозит компания специальная, на самом деле помогает. Я вот беру с собой. Вчера, например, я целый день, меня не было, то есть я была ни дома, ни в отеле. Я просто взяла с собой 2 контейнера еды, и прекрасно обошлась, то есть села, покушала. И в самом деле я поняла, насколько это вообще экономит время, когда уже есть готовая еда. Не нужно искать никакие рестораны, не нужно ждать, пока приготовят, пока принесут. Я просто очень сильно удивлена, на самом деле, насколько еда влияет на наш организм. Я просто в шоке сама. Я даже никогда не задумывалась об этом настолько. Сейчас, когда я вижу, что происходит с телом, что происходит с организмом, когда вообще, когда меняется питание, меняется диета, это просто что-то нереальное. И мне кажется, я на еду уже не смогу смотреть так, как раньше на нее смотрела. Теперь, прежде чем я съем что-то вредное, что-то, не знаю, суперкалорийное, мне кажется, я уже подумаю 20 раз, прежде чем это съесть. Второй день соревнований, но хочу сказать, что я получила много фана, много кайфа, я познакомилась с разными людьми. Наверное, даже я бы сказала, то, что я ничего не выиграла, может быть, меня даже наоборот как-то распалило, потому что из этого события сейчас у меня выльется несколько других, как минимум 2 цели, которых я хочу достичь. Это классно. Мне кажется, это именно то, зачем я пришла
на эти соревнования, собственно говоря. То есть я пришла за этим, за опытом, за тем, чтобы вообще попробовать себя как-то. И я это получила.